Привет, интернет, с вами Илья, и сегодня я расскажу вам, как можно заработать неплохие деньги с помощью наших девайсов. Поехали! На обзоре у нас замечательное приложение под названием Go App Cash. Здесь нам будут платить деньги за выполнение определенных заданий. По большей части это именно скачивание каких-то программ или же игр. Все, что от нас требуется, это завести личный аккаунт, авторизироваться и, в общем-то, начинаем зарабатывать. Как видите, ничего сложного. Далее мы привязываем либо свой WebMoney, либо мобильный телефон, и на один из этих ресурсов нам будут капать деньги. Сразу скажу, что мне очень понравилось в данной программке. Это то, что не нужно копить какую-то просто огромнейшую сумму, то есть нам тут же автоматически деньги будут отправляться, даже если это каких-то, скажем, 5 рублей. Лично я уже это опробовал, и деньги мне тут же пришли на WebMoney без каких-либо задержек и комиссий. Это круто. Таким образом, вам нужно всего лишь мониторить новые задания, скачивать приложение, и, в общем-то, получаем небольшую прибыль за пару кликов. По-моему, вполне себе такой неплохой расклад. При этом здесь есть реферальные ссылочки, и за каждого приведенного друга вы также получаете 5 рублей. По-моему, тоже неплохо. Также свои ссылки на игры можно размещать и получать ту же самую прибыль со скачиваний. Еще, думаю, стоит выделить большое количество различных настроек, хорошую статистику и отзывчивую техподдержку, потому что лично у меня поначалу были вопросы, и мне тут же ответили. В общем, приложение мне понравилось, теперь периодически буду выполнять задания. Еще хотел бы сказать, что доступна она не только под Android, но и для iOS. Ну, так, на всякий случай. При этом аккаунт можно зарегить со своего ПК. В описании, в общем, будет ссылочка, так что можете более подробно уже ознакомиться. Ну а я на этом на сегодня заканчиваю. Ставьте большие пальцы вверх, пишите свое мнение в комментариях под видео и подписывайтесь на канал. А у микрофона был Илья, всем отличного настроения и до скорой встречи. Пока!